Скажи нам, пожалуйста, поделись вот со своими своими впечатлениями на данной ракетке. Ну, мне очень понравилось, мы поиграли, и ощущения очень приятные. И очень интересно посмотреть после тренировки качество ударов, выполнения, и сколько ты вообще сделал ударов справа или слева. Очень интересно. Как ты считаешь, вообще полезные функции у ракетки, да? Типа там вот эти данные, они могут быть тебе в дальнейшем пригодиться? Ну, я думаю, да, и не только мне, особенно это здорово начинающим детишкам, потому что тренерам иногда тяжело за всеми следить, за каждым, много народу, а потом ты открываешь, смотришь, как бы, мне кажется, это очень полезно, ну и для нас, конечно, профессионалов. Ну, ты почувствовала, что та же самая модель профессиональная, какое-то отличие? Ну, вообще различия особо не почувствовала никакого. Как эта ракетка есть, так и есть. Просто забавно, что потом ты можешь просто подключить ее по Bluetooth и узнать, какие у тебя там результаты. Но еще можешь посоревноваться, да? Да, да, это тоже здорово. С Надалем, например. Да. Ну все, спасибо. То есть ты как бы посоветуешь своим друзьям и, может быть, да, всем, конечно, и не только я, всем друзьям, и любителям, и всем, кто очень любит теннис. А, вот еще один момент, такой вопрос. Само приложение, интерфейс, достаточно понятен тебе? Ну, вообще очень здорово сделано. Удобно? Особенно, да, мне нравится, что там выбираешь, какое покрытие, улица, не улица, и особенно то, что эмоционально как-то хорошо или плохо, то здорово вообще. И само как бы, да. А есть какие-то, может быть, пожелания, что-то вот хотелось бы добавить? Или пока достаточно информации? Да мне кажется, пока нормально, но не знаю. Мне кажется, сейчас больше будут пробовать играть, и тогда уже поступят новые идеи. Что еще можно улучшить? Ну здорово, ждем и от тебя тоже. Хорошо, в принципе, спасибо. В дальнейшем.